Всем привет, друзья! Вы на семейном канале Baby Go. Здравствуйте, наши дорогие Baby Goши. Да, на каком канале, друзья? Ну, мы опять придумываем. Да, это у нас 10-й юбилейный еженедельный выпуск. Друзья, ну и перед началом мы хотим вас поздравить с 1 сентября. Не забывайте, что школа — это не только знания учителя и домашние задания и так далее. Но это еще ваши друзья, поэтому ходите в школу с удовольствием, потому что это ваш дружный, веселый коллектив и различные игры. Поздравляем вас с Днем Знаний! Поздравляем, да? Да. Да. Ну а теперь приступим к первой части. Итак, в нашем еженедельном конкурсе «Угадай блогера» победила Вика Си путем голосования. И блогер, загаданный нами, была кто? Энни Мэй. Ну а сейчас у нас новый блогер. Мы немножечко усложним условия, потому что догадаться здесь очень просто, кто это такой загаданный. Вам, друзья, будет непросто догадаться. Условия следующие. Надо будет подписаться на канал, поставить пальчик вверх этому ролику, привести как минимум трех друзей и написать в комментариях, что это за загаданный блогер. Да, Бен? Что это за книжечка? Мои первые наклейки. Ну а теперь переходим к основной части, к лучшим популярным комментариям. Как вы помните, по условиям прошлой недели мы выбирали комментарии, которые не набрали ни одного лайка, либо набрали 10. Мы эту историю продолжим. В следующей неделе будет такая же. Мы выберем комментарии, которые не набрали ни одного лайка или набрали 10. Так что дерзайте или приглашайте друзей, пускай они ставят вам пальцы вверх под комментариями, под нашими роликами. Одно видео не сколько лайков не набрало? Нисколько. Либо старайтесь, чтобы ваш комментарий не набрал ни одного лайка. Ну что, поехали, передаем приветы? Да. Итак, первый комментарий прислала Тихая. Прикольное, крутое видео, почему у вас нет 10 тысяч? Ну, мы и сами не знаем, почему нет 10 тысяч. Сколько лайков Тикет набрала? 15. 15, пальчиков вверх. Молодец, Тикет. Так держать. Мы верим, что и в следующий раз ты, наверное, сможешь набрать за хороший комментарий много-много лайков. Тикет, привет тебе. Привет. Итак, следующий комментарий, который попал в наш еженедельный выпуск, прислала Няшка Кэт. Прошу, дайте ссылку на мой канал, потому что если я наберу 20 подписчиков, я съем лимон. Представляешь, Няшка Кэт готова съесть лимон. Печь. Ты когда-нибудь ел целиком лимон? Да. Он не кислый, Дэн? Лимон-то? Кислый. Тяжко будет, Няшки Кэт. Давай дадим ей привет. Няшка Кэт, привет! Следующий комментарий прислала Аяна Бекболотова. Классный челлендж, Baby Go, вы супер! И сколько она лайков набрала, Дэн? Посмотри. 11. 11 лайков. Аяна, мы тебя поздравляем и передаем тебе привет. Да, Дэн? Привет, Аяна. Привет, Аяна. Привет. Давай покажем друзьям эту ватку. Покажу, конечно. Ну и следующий комментарий прислал наш постоянный подписчик Сансгастер. Очень интересный и веселый челлендж. Мне и моей сестренке он очень понравился. Мы стараемся делать действительно веселые челленджи, надеемся, что дальше будет только интереснее. Давай Сансгастеру передадим привет, да? Привет, Сансгастер! Ты чем привет? Вазы передаешь? Диня передает привет нашему постоянному подписчику Вазой. Ну и последний комментарий, который хочется отметить сегодня, прислала нам Настя Лисенок 355. Она не получила ни одного лайка и также попала в наше видео. Очень странно, что такой хороший комментарий и не набрал ни одного лайка. Класс, очень жду новых видео. Динечка, передадим привет Насте Лисенку. Привет. Привет, Настя Лисенок. Привет. И передала привет Вазы. Вазы передает привет. Друзья, ну мы передали приветы всем авторам комментариев, которые в этот раз победили и набрали 10 лайков и более. Либо же лайков не набрали, так что в следующий раз, надеемся, у вас будет больше. Дерзайте, приглашайте друзей, ну или старайтесь писать как можно больше и не набирать лайков под комментарием. И не забывайте, что у нас проходит конкурс «Угадай блогера», блогер на фотографии. И условия такие, поскольку этот блогер достаточно известный, его очень легко угадать. Нужно обязательно, кроме того, чтобы быть подписан на наш канал, поставить лайк под этим видео,
Надо еще позвать трех друзей, и они должны в комментариях написать, от кого они пришли. Ну и, конечно, в комментариях указать, что это за блогер, как его зовут. Ну а первый, кто по своим комментариям соберет 30 лайков и пригласит 10 друзей, эти друзья напишут, что они пришли от него, получит стоимость спиннера на свой телефон. 300 рублей. Удачи, друзья. Ну а на сегодня все. Мы с вами прощаемся. Ставьте нам пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. Оставляйте свои клевые комментарии, как мы уже говорили. Набирайте как можно больше лайков или не набирайте лайков вообще. И, конечно, не забывайте нажимать на колокольчик. До новых встреч, друзья. Пока!